Освоение африканского континента Беларусь намерена начать с Анголы. Сегодня во Дворце независимости прошли переговоры с главой внешнеполитического ведомства этой страны. Президент подчеркнул, что в диалоге Минска и Луанды нет закрытых тем. Беларусь поддерживала право Анголы на собственную государственность с момента обретения ею независимости более 40 лет назад. И сегодня это в том числе способствует установлению добрых отношений. Товарооборот Минска и Луанды состоит исключительно из белорусского экспорта, и если в минувшем году он едва превысил 40 миллионов долларов, то за 4 месяца нынешнего тенденция роста в 5 раз. И это не предел, уверены партнеры. Ангола в числе самых богатых африканских стран с плодородными землями, запасами нефти, алмазов и других полезных ископаемых. Спросом в регионе пользуются азотные и калийные удобрения, белорусская техника, тракторы, шины, рентген-аппаратура и продукция металлургии. Сегодня же делегация Анголы возложила венок к монументу Победы.